Закрыл? Нормально вроде. А зачем вы закрываете? Мы ж просто фильм посмотреть пришли. Ёбаный дождь, блять. Вот с одной стороны хорошо, да? Он весь огород польёт. А с другой стороны на дачу не съездишь. Полностью согласна с Алиной. Ты нахуй в гостях находишься? Свали ебало, блять. Все, давайте успокоимся и тихонечко посмотрим фильм. Блять, что поделать, нахуй? Лето идет, я, блядь, второй день дома, нахуй, а не на даче. Что за хрень? Нам нужен пулемет. Это и есть пулемет. Пулемет. А эта штука известна. А у тебя есть пулемет? Корейской войны. А ну дай пульт. Ты че, из полиции? Какая полиция? О чем ты? Забей, не слушай его, у него мания преследования, блядь. Дай пульт сюда. Полиция, это оскорбительно. Дом уже наверняка окружили, да? Идиот, блядь. Конте! Квартиру! Да как он открывает эту дверь постоянно? Порези! Дай пульт! КНС! Сделаем потише! Ой! Блять! Куда я нажал? Плюс один. Ты тут с девчонками, да? Как тебя зовут, солнышко? На. Я понял, короче. А тебя как зовут? Я Алина зовут. Настя! А ну заткнись! Ты из полиции, да? С чего вы решили, что я с полиции? Тебе вообще-то вот тут написано! Е. Твою мать, как вы заметили? Руки на ноги! Бум! Что и требовалось доказать. Какого хрена? Что мы сделали? В участок поступило заявление о том, что вы добываете биткоины каким-то незаконным путем. За месяц вы заработали уже, сука, пару миллионов. Чё нахуй? Чё она несёт? Это не она, это он. Послушай, у нас нет даже компьютера, блядь. Заткнись! Алло. Да, мы их взяли. Как вы вообще умудрились зарабатывать биткоины, блядь, через одноклассники, нахуй? Сюда. Это сюда. Да это не мы, это... Это BIOS! Ты ж мой красавчик. Очень хороший компьютер. BIOS, мужик такой, он в подвале живет еще. Это туда. Это сюда. Какой еще нахуй BIOS? Что ты мне хуйню втираешь? Да. Это надежное место. Здесь меня никто не найдет. Серьезно вам говорю, он это компьютерщик, он ебал наш компьютер, а потом убежал с ним нахуй. Куда-то в окно, с четвертого этажа он спрыгнул и убежал. Вот эти вот отмазки, нахуй, для суда ставь, понял? Кто там? Ну, привет.